Добрый день, дорогие друзья. Итак, мы с вами продолжаем изучать 8-й юнит Travel and Tourism. Откройте, пожалуйста, ваши учебники Excel на странице 94. Итак, сегодня мы с вами учимся составлять диалог. Узнаем некоторые фразы для составления диалога. Когда мы хотим за что-то извиниться, принести свои извинения. И будем учиться понимать прочитанное. Okay, listen and repeat, please. Fancy seeing you here. My flight has been delayed. Where are you off to? Have you been waiting long? I'd better go and check my flight too. I think you've taken my bag. Oh, did I? You're right. I'm terribly sorry about that. Oh, don't worry about it. Have a good trip. Итак, что касается перевода. Fancy seeing you here. Удивительно видеть тебя здесь. My flight has been delayed. Мой полет, мой рейс только что отменен. Where are you off to? Куда ты собираешься? Have you been waiting long? Как долго ты ждешь? I'd better go and check my flight too. Лучше я пойду и проверю мой вылет тоже. I think you've taken my bag. Я думаю, что ты взял мою сумку. Oh, did I? Правда? Ты думаешь, ты уверен? You're right. Ты прав. I'm terribly sorry about that. Я ужасно извиняюсь за это. Oh, don't worry about it. О, не переживай об этом. Have a good trip. Удачного путешествия. Удачной поездки. Окей. Итак, мы же продолжаем с вами. Я надеюсь, что и данные фразы вам понятны, и в произношении, и в переводе. Они вам необходимы для составления диалогов и вообще для функциональности. Вы сможете применять их в реальной жизни. Мы же с вами продолжаем выполнять упражнения и закрепим эти фразы в диалоге. Okay, the sentences on the right are from a dialogue between two friends. Where are they? What happened? Итак, вам дано предложение из диалога между двумя друзьями. Посмотрите на эти фразы, пожалуйста, и определите, где эти два друга находятся и что вообще произошло. Можете пока поставить на паузу, но я думаю, что это не так долго вам сделать. Вы наверняка уже догадались. Давайте же проверим. Listen, read and check. Итак, теперь послушайте, прочитайте и проверьте. Hey, Ryan. Fancy seeing you here. Oh, hi, Todd. Where are you off to? Rome, just for the weekend. How about you? Glasgow, but my flight has been delayed. Really? Have you been waiting long? 3 hours, and there haven't been any announcements for a while. Oh, then I'd better go and check my flight too. See you later, Ryan. Bye. Oh, Todd, wait. I think you've taken my bag. Oh, did I? I didn't realize we had the same bag. Yes, I guess we do. But mine's got a sticker on the handle. You're right. I'm terribly sorry about that. Here you are. Oh, don't worry about it. Have a good trip. Thanks, and you too. Итак, диалог вам понятен? Итак, exercise 3. Find sentences in the dialogue that mean. Вам нужно найти предложения в диалоге, которые означают, в принципе, то же самое, что и эти фразы. Поставьте, пожалуйста, диалог на паузу, запись на паузу, найдите, пожалуйста, в диалоге эти фразы самостоятельно, потом сверитесь со мной. Итак, мы же продолжаем. I'm surprised you are here. И такая же фраза с таким же смыслом звучит следующим образом. Fancy seeing you here. Are you sure? Oh, did I? Вот, я вам указываю курсором на эту фразу. Where are you going? Where are you off to?
фразы с таким же значением. Never mind. Oh, don't worry about it. I apologize. I am terribly sorry about that. Итак, надеюсь, что вам данные фразы ясны. Их нужно, конечно, заучить, запомнить. Итак, now say the sentences below in your language. Вам нужно сказать данные фразы на вашем языке. Проверьте себя, пожалуйста, потому что в начале записи я всем вам говорила этот перевод этих фраз. Хотелось бы рассмотреть с вами еще вот эту табличку. Итак, фразы для извинений. Apologizing. I am really, really or terribly so sorry. Я действительно очень извиняюсь, или я ужасно извиняюсь. I didn't realize. Я не понял, не осознал, не обратил внимания. Окей, accepting apologies. Для того, чтобы мы могли принять извинения, какие фразы мы можем использовать? That's all right. Все в порядке. That's okay. Все хорошо. Don't worry about it. Не волнуйтесь об этом. Never mind. Не переживай, не имеет значения. It doesn't matter. В принципе, фраза тоже не имеет значения. Не переживай, все в порядке. Итак, еще раз повторяю, эти фразы вам необходимо знать, выучить, запомнить, для того, чтобы применять их в реальности. Окей, и слова, на которые бы хотелось обратить внимание, возможно, они для вас новые. Delay – это verb, to put something off until later, то есть отменять что-либо. Announcement – a public message or notice – объявление. Стикер. Иноязычное слово, пришедшее в русский язык. A small piece of paper with glue on one side. Маленький кусочек бумаги с клеем на другой стороне. Но это, я думаю, не возникнет трудности с этим. Handle. A part of an object by which it is held. Ручка. То есть это как существительная часть какого-то предмета, за которую возможно держаться. Trip, noun, a journey or voyage. Путешествие, поездка и так далее. Итак, мы же с вами продолжаем. Итак, еще раз, как это звучит и как это переводится. Announcement. Delay. Handle. Speaker. Trip. Окей. Итак. Диалог мы с вами послушали. Вам, конечно, нужно, как обычно, разыграть этот диалог. В принципе, в данной ситуации вы можете это сделать посредством социальных сетей или любого мессенджера со своими одноклассниками или с друзьями. Итак, мы же продолжаем упражнение пятое, pronunciation, звуков, произношение звуков, да? Ч. Ж и Е. Итак, давайте послушаем. Ч. Ж. Е. Chance. Jet. Juice. Yet. Ч. Ж. Е. Jar, change, yes, champion. Итак, вы можете прослушать еще раз, и вам нужно поставить галочку listen and tick, listen and repeat, think of more words with the same sounds, и придумать еще несколько слов с теми же самыми звуками. Итак, поставьте, пожалуйста, сейчас галочку, какой звук вы в каком слове услышали, например, в слове chance. Мы можем поставить галочку в данном пункте. Итак, делайте самостоятельно, пожалуйста, это упражнение, потом продолжите просмотр и сверитесь с моими ответами. Jet. Juice. Yet. Jar. Change. Yes.
champion. Окей. Итак, надеюсь, у вас тоже все получилось, все совпало. Окей. Итак, пожалуйста.